как эти самые, как древние люди, да, они использовали меньше воды, они лучше относились к планете и так далее. А можно, наоборот, человечество будет расти, да, вот эта теория существует, что человечество вырастет, так настолько вырастет, что оно уже заполонит всю планету, и жить уже будет негде, да? А можно наоборот, можно развивать технологию, и таким образом, и человечество живет дольше. Можно развивать технологию и таким образом, не знаю, добывать воду другим путем, не просто из земли, из родника, а собирать ее там с осадков и так далее, очищать определенным образом. Вон, например, Ческого дома уже стартап поставил, ты видел, он статью все шерил, что его Нью-Йорк Таймс, что ли, кто там о них писал, оно стоит только у них дома, потому что этот стартапщик приятель Жени. Но однако действительно стоит система, они из нее...